Как сообщает пресс-служба главы нашего государства, сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с председателем Халк Маслахаты Мили Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В начале беседы глава нашего государства передал теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-туркменских отношений, дружбы, доверия, добрососедства и стратегического партнерства. Особое внимание уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе государственного визита президента Туркменистана в Узбекистан 14-15 июля и официального визита президента Узбекистана в Туркменистан 20-21 октября этого года, а также проведенных встреч на площадках многосторонних организаций. С большим удовлетворением отмечена значительная активизация взаимодействия по всем приоритетным направлениям. Растут объемы торговли, реализуются совместные проекты кооперации в области промышленности и энергетики, развиваются плодотворные межрегиональные контакты, осуществляются программы в рамках культурно-гуманитарного обмена. Подчеркнуто, что на новый уровень вышел межпарламентский диалог, в том числе в регионе Центральной Азии. В завершении беседы президент Узбекистана и председатель Халк Маслахаты Мили Генгеша Туркменистана обменялись сердечными поздравлениями с наступающим Новым годом, пожелав двум братским народам благополучия, мира и процветания.